Каждая весна, как ни крути, это время сдачи деклараций. В налоговые инспекции по месту жительства обязаны до 4 мая подать документы по налогу на доходы все, кто относит себя к физическим лицам. Инспекторы подчеркивают, что 90% налогоплательщиков лишь в принудительном порядке подают свои декларации, только после специального уведомления. Если вы вдруг не успеваете подать налоговую декларацию, то далее наступает, соответственно, статья 119, это штрафные санкции. Штрафные санкции минимальный размер 1000 рублей, а далее от суммы налога к уплате в бюджет. Как правило, забывают о перечислении процентов с прибыли в государственный бюджет те, кто продали имущество, находящееся в собственности менее 3 лет. Те налогоплательщики, которые получили имущество в дарение или сдающие свои квартиры, либо движимое и недвижимое имущество в аренду. Репетиторы тоже та категория граждан, которая должна перечислять налоги. Календарными сроками никак не ограничены те, кто подает документы на налоговый вычет. Налогоплательщики, которые подают на социальные, имущественные, стандартные вычеты, срок представления декларации 4 мая не ограничен. И в течение года они в любой день, когда работает налоговая инспекция, могут прийти в инспекцию и подать пакет документов на получение вычета. Хочется добавить, что Федеральная налоговая служба идет в ногу со временем. Сегодня можно не сидеть в многочасовых очередях. Созданы удобные электронные сервисы, в частности, такой, как личный кабинет налогоплательщика физического лица, который позволяет не только видеть все объекты, но и оплачивать налог, подавать письма в налоговую инспекцию и, разумеется, заполнить налоговую декларацию 3 НДФЛ и подать ее с пакетом документов в сканированном виде. И даже если трудности с заполнением декларации возникли, можно с флешкой прийти в налоговую инспекцию, где специалист поможет внести все правки и тут же распечатать документ. 3 НДФЛ за 2015 год. Это как налоговый вычет, так и декларация на доходы. Заполнение, в общем, очень доступное. В общем-то, минут 15, 20, если там что-то. Я думаю, 15 минут уже достаточно. А с 1 апреля налоговая инспекция по адресу Заводская, 22А, будет работать дольше, с 9 до 20, без перерыва на обед. Каждую субботу с 10 до 15 и тоже без обеда. Кстати, специалисты советуют приходить ближе к вечернему времени, когда очередей почти нет.